Вот этими устройствами ты сможешь защитить себя и близких в любой ситуации, и их ты увидишь в этом видео. А в конце видео будет интересный конкурс. Всем привет! Бывает, возникают ситуации, когда вам встречаются недоброжелатели, особенно в темное время суток, и не всегда получается урегулировать какие-то вопросы словами. И для того, чтобы вы могли напугать и, возможно, обезвредить наглого недоброжелателя, я подготовил для вас подборку из серьезных и действенных гаджетов, которые помогут вам в любом споре. Всегда помните о кэшбэке, когда совершаете покупки в интернет-магазинах. Кстати, в конце ролика вас ждет конкурс. Приятного просмотра! При самообороне самым главным является не столько убойная сила оружия, сколько его доступность, позволяющая дать быстрый и оперативный отпор злоумышленнику. Ведь даже самое грозное оружие может стать бесполезным, если оно не окажется в нужное время под рукой. Изобретатели американской компании разработали простое, но крайне эффективное приспособление, которое позволяет решить эту проблему. Fast Strike представляет собой хлыст с удобной эргономичной рукояткой, выполненной из высокопрочного пластика. При среднем расстоянии до злоумышленника удары можно наносить гибким сегментом, а в ближнем бою – тыльной стороной рукоятки. Гибкий хлыст имеет наконечник из нержавеющей стали и оснащен пружинным механизмом крепления к рукоятке. Такая система позволяет наносить крайне болезненные, но не смертельные удары наотмашь, не требуя практически никакой специальной подготовки и тренировки. Такой хлыст – это крайне эффективное, нелетальное оружие самообороны, которое может быть использовано любым человеком старше 18 лет вне зависимости от телосложения, пола или физической формы. Компактный тычковый нож. Изначально эти изделия создавались в качестве средства самообороны, однако получили распространение несколько меньшее, чем знаменитые бабочки и ножи на кнопке. В отличие от своих аналогов, тычковый нож практически не может использоваться в других сферах жизни, так как его лезвие приспособлено лишь для удара или бокового режущего движения. Общая длина ножа составляет 75 мм, длина лезвия 40 мм. В начале видео я говорил, что можно экономить деньги с любых покупок в интернет-магазинах. В этом вам поможет проверенный и надежный кэшбэк SmartySale. Он позволит сэкономить вам до 30% с популярных интернет-магазинов, а их около 800. На Али, например, вы будете экономить с каждой вашей покупки 5%. Есть множество способов вывода денег. И что приятно, минимальная сумма вывода всего 5 рублей. А это большой плюс. Для удобного и своевременного использования получения кэшбэка у SmartySale есть плагин для браузеров, который позволит удобно пользоваться приложением и всегда получать кэшбэк, активировав всего лишь одним нажатием это приложение. Регистрация в SmartySale простейшая и займет у вас всего лишь пару минут. Переходи по ссылке в описании, ставь приложение и эконом деньги. Очень годный и проверенный кэшбэк. Смотрим дальше. Чехол-бумажник с ножом. В жизни всякое бывает, и обычно это всякое происходит неожиданно. Идешь такой поздно вечером, витая в облаках и думая о чем-то своем, и тут неожиданно возникает некое туловище с вопросом «дай закурить», а заодно и мобилу позвонить, да и деньжат подкинуть тоже можешь. В худшем случае можешь и не заметить хулигана, который аккуратно тебя отключит эффективным ударом сзади. Но давайте рассматривать все-таки более близкий к реальности первый вариант. И вот вам одно из решений – это заранее спрятать в бумажник нож, но в критической ситуации складывать его долго. А можно просто использовать правильный кошелек, в который помимо клипсы на 5 пластиковых карт и несколько купюр встроено лезвие, извлекаемое в течение доли секунды. Фактически такой нож Gerber Money Clip является чехлом для этого ножа, в котором также можно носить пластиковые карты и деньги. Стильная, удобная и полезная во многих ситуациях штука. Пистолет Salt для персональной защиты. Компания Salt из Чикаго начала разработку несмертельного оружия, предназначенного для персональной защиты. Новое оружие представляет собой пневматический пистолет, который использует шарики со специальным порошком, способным временно вывести из строя противника. При столкновении с каким-либо препятствием шарик рассыпается и порошок распыляется вокруг. Порошок вызывает сильное раздражение, жжение, временное ослепление и затрудняет дыхание. Разработчики уверяют, что их порошок значительно сильнее, чем большинство подобных средств, используемых военными и гражданскими, и имеет значительный останавливающий эффект.
Поражение длится в течение 50 минут, хотя уже через 15-30 минут эффект от действия порошка снижается. Так как в пулях используется порошок, то вовсе не обязательно точно попасть на летчика, поскольку облако накрывает пространство диаметром в 2 метра. Пистолет имеет большую дальность поражения по сравнению с тазером и перцовым баллончиками, однако порошковые шарики теряют свою поражающую способность с течением времени, и их рекомендуется менять каждые 3-4 года. Газовый баллончик нового поколения Defender. После нажатия на спусковую головку перцового баллончика устройство также активирует сирену, приводя в боевую готовность людей около места нападения, которое только что произошло. Тем самым вы не только обезглазите своего противника, вы можете автоматически призвать к помощи оказавшихся неподалеку людей, не имея необходимости кричать сверх сил ваших легких. Помимо непосредственно средства самообороны, Defender дополнен новой функцией, как для перцового баллончика, которая заключается в идентификации и информировании нападавшего на вас. Вооруженный встроенной фотокамерой и светодиодами, света от которых будет хватать для возможности сделать четкую фотографию нападавшего, как только вы нажмете на спусковую головку, автоматически запечатлев наглую физиономию нарушителя правопорядка и посылая его фото на ваш смартфон по Bluetooth. Специально разработанные приложение впоследствии отправит фотографию преступника вместе с информацией о местоположении к контрольному пункту обслуживания 24/7 Defender, который затем свяжется и пошлет местных правоохранителей к месту происшествия. Набор с топором-мультитулом для выживания Lil Tracker будет полезным как во время зомби-апокалипсиса, так и в десятках других довольно мирных ситуаций, но создатель рекламирует это чудо именно на фоне восстания мозгоедов. Изделие выполнено в формате компактного топорика, который также содержит складную пилу, может выступать в качестве молотка, использоваться для высечения искры, разбивать стекла, разрезать ремни и стропы, выдергивать гвозди, выкручивать болты и гайки и исполнять роль крюка. Изначально многофункциональный бричерский инструмент разрабатывался для спасателей и пожарных команд Филадельфии, а также водителей грузовых автомобилей. Теперь с доработками и дополнениями его могут использовать выживальщики, любители активного отдыха, искатели приключений и те, кто предпочитает иметь под рукой многозадачные изделия на все случаи жизни. Уникальный мультитул Lil Tracker производится в США из закаленной углеродистой стали 1055 с полимерным покрытием. Guard Dog Electra. Очень маленькое и компактное устройство, идеально подойдет для использования девушками и подростками. Оно без проблем поместится в самую маленькую сумочку и чем-то похоже с виду на помаду. Благодаря кольцу гаджет можно присоединить к связке ключей в качестве брелка, чтобы всегда быть при оружии. В устройстве есть мощный фонарик силой света в 100 люмен, который способен ослепить и дезориентировать противника. А также есть электрошокер средней мощности. Обе функции управляются посредством небольших кнопок на корпусе, а заряжается эта штука зарядным устройством, которое идет в комплекте. Что скажете, полезный гаджет в нашей стране, как оно вам? Стреляющий электрошокер Taser Pulse. Никогда не попадать в опасные ситуации? Вряд ли это возможно. А вот защитить себя и близких – это вполне выполнимая задача. По-настоящему стоящей моделью для самозащиты является электрошокер Taser Pulse. Он наделен достаточной мощностью, чтобы обезвредить любого противника, прост в управлении, и отличается идеальным качеством известной американской компании. Работает этот шокер по принципу пистолета, выстреливая в противника капсулой с электродиодами. Форма пистолета устрашающе воздействует на психику злоумышленников. Они могут отступить даже при наведении устройства на них. Вследствие сильного разряда током хулиган будет находиться в состоянии полного бездействия на протяжении 45 минут. Не имея негативного воздействия на жизнь человека, шокер разрешено использовать в целях самозащиты. Мощный чехол-электрошокер для iPhone. Интересное направление в развитии аксессуаров для iPhone – это расширяющие его функциональность чехлы. Аксессуар представляет собой мощный прорезиненный чехол для iPhone, отлично защищающий смартфон и его владельца. В частности, в верхнюю часть гаджета встроена пара острых электродов, способных пробить одежду для достижения более ощутимого эффекта от разряда в 650 тысяч вольт. Один такой удар и возжелавшему отжать ваш телефон товарищу уже больше ничего не захочется, разве что штаны сменить.
Когда Yellow Jacket в боевом режиме, то активируется нажатием крупной кнопки на правой грани. Она как раз попадает под большой или указательный палец, в зависимости от того, в какой руке лежит смартфон. Если использовать внешнюю батарею в мирных целях, то ее, возможно, хватит, чтобы один раз полностью зарядить телефон. Рогатка с кастетом. Набор для спортивной стрельбы и легальное оружие. Кастет для самообороны. Легальное оружие по классификации относится к спортивным рогаткам, где ручка для удобства натяжения и удерживания выполнена в форме кастета, и к категории холодного оружия не относится, так как в такой конфигурации кастет является не оружием ударно-дробящего действия, а ручкой спортивно-развлекательного инвентаря рогатка. Изготовлен данный девайс из нержавеющей стали 304 марки. Кастет покрыт эмалью под бронзу, рогатка же без эмалированного покрытия. Портативный размер позволяет всегда носить с собой в кармане или в сумке. При желании пострелять или поохотиться за мелкой живностью, в течение минуты можно собрать рогатку, также моментально разобрать и всегда иметь под рукой при возникновении критической ситуации, так называемой городской подворотни. Отличный аксессуар для повседневного ношения, который в случае необходимости поможет защитить себя и близких. А вот и конкурс. Приз – тычковый нож для самообороны и выживания. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать, часто ли к вам пристают недоброжелатели и как вы решаете конфликты с ними. Словами, например, будете решать или убегать сразу же. А может, у вас есть свой вариант действий? Обязательно напишите в комментариях, мне интересно. Спасибо всем, кто ставит лайки. Хорошего вам вечера и пока-пока!